Могилёв стал местом проведения областных спаборництва по конному спорту. С полсотни лепших спортивных пар демонстрировали худкость и докладность руха у выездцы и конкуры. Летний кубок – такая назва у турнира. Проходил он на протягу 3 дней на Буницкой манеже. 50 пар, 4 узростовые группы и 27 комплектов узнагород. Летний кубок у Могилёве собрал 50 спортивных пар с горок Кировско-Бобруйска и, зразумела, областного центра. Есть титулованные спортсмены, которые сейчас готовятся к республиканским стартам, которые будут у нас проводиться в Ратомке с 23 по 27 июня. Отправится на их и Ксения Ковалева, одна из лепших на летнем кубку. Прошли сегодня без ошибок, и это очень радует, потому что у нас были с ним некоторые проблемы в работе, в прыжках, но время всегда... Ну, в нашем спорте главное время, никогда не нужно спешить. Еще одна пара, докладность рухов и жвавость, яких отзначили судьи, Вольга Комарова на коне помянушцы Бодрея. На тыдне могилёвчанка отправится на международные старты у Москву. Надеюсь, хорошо выступим. Мы едем с Мариной Ивановой. Она у нее лошадь молодая. Также первый год выступает по 2 звёздам. Я думаю, что у нас все получится. Ну а зно убачить спортсмена у Могилёве можно будет зусім хутка. У липені и жнівні пройдут еще несколько турниров. Андрей Шуляк, Виталь Алексеенко, Новини регіон.